С вами Санчоус. Да, вот так вот резко. А чё, вы думали, вам всегда хеллоу будет? И аниме-злодей, у которого все получилось. У него даже прозвище аниме-злодейское. Да и история у него на самом деле во многом подходящая. Именно вот этот бот, он с зумерской прической на Кавказе партизанами руководил. А потом-то, ну, в принципе, прошлый ролик про это. Теперь же просто скромный возрождатель партии партия Советского Союза коммунистическая. Да, до этого какая-то хрень была, сборище шизофренов. Никакой адекватной дисциплины. А вот теперь будет нормальная КПСС, хоть и без СС, в смысле Советского Союза. Если с объединением страны пока что не очень хорошо, то, по крайней мере, с объединением коммуняк будет получше. Партия ум, честь и совесть эпохи. Все идет по плану. Не ивенты, а тексты ранних песен Летова. А вообще, вот эти вот две песни реально идеально описывают Снюсика. Чистюля и ошизевший, к сожалению, на порядке бюрократ. Социализм минус, прогрессивизм минус, коррупция минус, одни плюсы. Туда этих некомпетентных. Может, звучит и не особо эпично, но это как быть врагом народа при Сталине. И никакой демократии на местах сверхнужного. То есть никакой демократии на местах. Знаем мы эти ваши автономные профсоюзы, понавылезает из него всякого революционного чудо-юда, хрен зачистишь. Через них мы уже один переворот провели, а второго нам вообще не надо. Пусть суки знают партийную дисциплину. Во, пошло добро. Государственная пресса, идеологическая централизация, чаечек, укрепление партии, еще евреев-сионистов куда-нибудь всех деть, все станет совсем замечательно. Опа, у мурманцев встал. Вопрос, а зачем нам быть частью Финляндии, если тут на востоке вот такое вот чудо уродилось. По факту, ребяткам надо подмочь и мобилизовываться. Вообще у нас планируется практически демократия. Страной будет править не один какой-нибудь диктаторский дотик, а коллектив. А вот кто будет править вот этим коллективом, это уже другой вопрос. Да и то там все верные, дисциплинированные сопартийцы будут. Чтобы не было повсеместного бессмысленного воя, лая и кукарекания, как в Камийской республике. Тьфу на нее. Но есть немного и типа добренькой хуторги. Будто татарам и так не хватало автономии, им еще и СССР дали свои. От слова «эш». Но почему-то не башкирам, какая-то у вас тут избирательная многонационалочка. А еще женщины! Самые страшные мифические создания из когда-либо придуманных человеком. О май гад, ват? Что? Нихуя себе. А вот это прикол, это что, это наши товарищи уже так сработали? Лявы топчики! А чё, так можно было, что ли? Наши слоняры, жалко им добровольцев нельзя отправить. У вас нет причин, у меня до хуя причин им помочь. Ну ничего, ща откроем второй фронт, хотя это уже третий получается. И они за это с нами чисто из интернациональной солидарности парочкой провинций поделятся. Ой, ну хотя бы многообразие и какой-то рандом в этом вашем ТНО действительно имеется. Всякой хуйты скриптовой полурандомной происходит меренно-немеренно. Вау, еще и такое есть. Каких-то я новых сотрудников нанял, но не нанимал, но спасибо, полезные ребята. Да, таки да, про женщин, перед тем, как тотально финку унижать. Еще выбор такой, либо увеличить эффективность политики в сфере прав женщин, либо незначительно увеличить эффективность политики в сфере прав женщин. Ой, посмотрите на этого ортодоксального твердого коммуниста, у него женушка померла, и он с горя становится подкаблучником. Вот бы верным товарищам что-нибудь бы дать. Ой, но если так, то пусть хотя бы будут наши женщины советские. Вообще, я бы перенял китайский опыт и централизованно раздавал жен через партию. О, финкофашизм перекатилась колобком. Ну все, вы сами на спецоперацию по дефашизации напросились. Ха-ха, быстро же они прекращение огня предложили. Я буквально одну клеточку захватил. Ну не, ребят, если вы так сытим, мы наоборот огонька добавим. Финлянцы ужаснулись. Засышки, будем дожимать. Я еще Онегу не капитулировал, бро. Правда, что-то мне подсказывает, что коммунистам теперь пиздец, когда они один на один остались. О-хо-хо-хо. Точно. Ну, все, интернациональная солидарность закончилась, дальше как-нибудь сами. Зато они успели полезному делу послужить, это хорошо, по крайней мере для меня. А, ладно, финофашисты с горя самовырезались, и финокоммунисты победили, так что лучше. Относительно делов партийных, прицепим к себе тех, кто способен варежку заткнуть и с нами одной дорогой идти, терпилоиды и среди патерналистов и прогрессивистов. И тут не обошлось без антисемитизма, ну или по крайней мере антисионизма. Именно эти, вот кто во всем виноват. Не зря умные люди как-то рассказали, если в кране нет воды, значит выпили они. Лазах Каганович, Троцкий, который Бранштейн, у Молотова вообще жена из тех. В партию пробрались враги тогда еще. Вот зря Серого отвергли, ой, зря. Пока что просто не будем совершать ошибок прошлого и пускать их в наши стройные ряды. Ну да, ведь Гитлер же тоже был социалист, правда, с приставкой национал. Куколдовод, блин, такой куколдовод, всех заставил куколдить перед партией. Эти уже с нами будут до конца, никуда не денутся. У них теперь другого выбора, кроме как строить союз-то, в принципе, и нету. Вот так вот революции возродилась. Даже не в отдельной стране, а в отдельном отгрызке от отдельной страны. И чтобы его расширить, пора обработать уральских гномов.
наемников. Интересно, у нас с ними получится вообще дружба? Что-то мне подсказывает, что нет. Ага, отсоси мне, соси. А почему так-то? Почему анархические олигархи меня так отдельно особенно не любят? Суки! Ничего, мы вам покажем все прелести жизни под управлением коммунистической партии Советского Союза. Во, пусть в них еще Бориска дурак денег вложит, а мы потом бум! Этим сволочам, которые дружить не хотят. В кои-то веки минусы играть за шизов, нормисы даже с тобой разговаривать не хотят. А по фокусам у нас еще имеется экономика, и тут с ней все в принципе понятно. Блин, это позднесоветская экономика какая есть. Если что, еще годов 70-х, до того, как все накрылось. С Газпланом, заводами и, прости господи, механизацией колхозов. И еще планированием, и еще планированием. И, кстати, да, тут есть планирование. А также стабилизация валюты. Это... хорошо. Ну и куда без самого лучшего в мире советского образования. Ну тут оно, кстати, реально неплохие бабочки дает. Хотя на самом деле стоило бы вообще армией заняться, если Ельцин не засыт, но обождет. Нужен прогрев, то есть прогресс. Но реально опасная ситуация будет, если эта добренькая ебанашка решит южноуральских карапузиков защищать. Посмотрите в его оголтелую морду, он и не такое может отчебучить. Оно меня пугает. Ладно, все-таки сначала вооруженные силы будут. Да вы з***бали Паулюса на типа патриотичных русских фокусах изображать. С каждым новым разом оно все посторонничнее и посторонничнее. Воду не буду его прожимать. Как-нибудь старыми путями разберемся. Хотя, конечно, мы тогда проебались, но все-таки тогда нормальная армия была, а не группка бомжей, как во время объединения. Опа, пятилеточка подскочила. Там можно было еще к промке хорошие бусты получить, но я решил инфраструктуру пиарить. Потому что в этой замечательной тноидной экономической системе это, по сути, единственный способ нормально без минусов улучшить экономику. Даже ползунки не надрачивая. Сейчас будут минус недружелюбные гномики. Дружба — это магия, а не дружба. Это смерть! Хотя не, уже той радости не вызывает. Вот если бы они были как раньше. В том-то и дело, что оно уже буквально никакой мобильности не дает. В общем, говно у них, а не отчет с запоздалой информацией. И дальше по армейке революционный профессионализм будет поднимать, делать автоматы Калашникова. Да, давайте, что угодно будет лучше, чем вот этот вот носорожек. Казанскую военную академию делаем. Ее как будто вообще все создают, от Табарицкого до Жукова. Ну и стратегически проанализируем, почему мы долб***бы были раньше, чтобы не быть долб***ми сейчас. В общем, все лаконично, понятно и да. Даже адекватно. Никакой орды стреляющего чугуна, как у какого-нибудь Кагановича, тут нет. А Борька-то на меня засал нападать. Трясись, лошара, и жди. Епутала ты либеральная, хту тебе ебала. Гномики, понятное дело, ни о чем. Мы им, тварям, еще покажем, что такое демократический централизм. Развели тут, блин, деколонизацию. Зря я экономику решил только двумя словами описать. Пи***ц, шо? На четверть ВВП повышается в крупнейших городах, которые и так не бомжатские. Для непосвященных это опи***дрически. А я в них еще инфраструктурки наебенил, ебать, ну это чисто экономическое чудо. И кому за это надо спасибо сказать? Конечно же, партии. И вообще тут с таким смыслом где-то больше половины ивентов написано. Как будто бы есть тотальный культ, а его-то особо и нет. Все государство строится на мани-манипуляциях суслика. Но официально все партией делается, потому что, опять же, если будет правчик, то кто виноват? Партия виновата. А если все хорошо, ему тоже лучше особо не светиться, а то вдруг появится кто-нибудь, кто захочет, чтобы все стало плохо. Да вот в умник, да и просто скромняшка-няшка на самом деле. Вот так вот коммунисты на изичах играются с циферками. Чисто на глазах полтора ярда родилось. А это Аллауэ, то есть Маркс дал. У него же был капитал, он про это понимает. Это, наверное, один из самых имбалансных фокусов на экономику, который я видел в этом моде. И еще наваливает. Ну нифига, да вот разумист. Ты не зря ту команду специалистов нанимал, которую я не нанимал. Но серьезно, по циферкам я снюсика как-то совсем недооценил. Это kinda wow, kinda super. Это kinda вообще охуенно. Этот дорогой товарищ уступает разве что другому дорогому товарищу, который в Иркутске сидит. Но тоже ой, неплох, вполне себе неплох. Даже лучше, учитывая, что это до сих пор коммунизм с гиперцентрализованной плановой экономикой. Успешная, такая же нереалистичная фантазия, как и женщины. Но правда ради, тут все вроде бы как по-умному, а не тупо спам-заводиков. Зануда-бюрократ этот ваш сусик, но при этом крайне эффективный зануда-бюрократ. Жить стало лучше, жить стало веселее, товарищи. И даже нефтянки успели насосаться, а значит пора ее восстановить. Остальной мир заливать массово. Полярные трансы. Это ли не то, что нам надо? Это ли не то, что нам надо? Будем ворота в Европу рубить. Правда, они, считай, сами прорубились от финнов. Только что-то они меня не любят. Ну, немножко наебал. Все равно же все хорошо закончилось. Полюбят еще. У них, в принципе, и выбора больше нет, с кем тут контачить. Я вообще удивлен, что их гермашка не такое терпеть прям под боком. А хотя тогда придется не только туда, потому что неожиданно Европа полевела. От Лондона до Рима. Водило. В то же время, пока национал-либерахи румыны в союзе с Третьим Рейхом. Ну а что, те национал, эти национал, в принципе,
одна фигня. И что отдельно приятно, нам будет с кем поторговать. Ну а кроме них, мы верные марксисты-ленинисты подсосемся, конечно же, к США. Потому что тут дружба капитализма и социализма, это в принципе окей. Главное только, чтобы последний не был с приставкой «национал». Вот такие времена непростые. Хотя есть определенный минус торговли с красными товарищами, ну потому что, ну... Короче, у них экономические реформы пошли немножко не так, как у нас. Опять же, удивительно? Нет, совершенно не удивительно. Скорее удивительно, что у нас что-то получается неплохо. Ну, хотя бы у меня с ними хорошие отношения. А с хрена ли они меня эмбаржили? За шу? Ну, хотя бы хоть сейчас что-то начнут покупать, а еще и другие будут. Кто из леваков сумеет аж до Рыкова добраться на конференцию, с теми и будем дружить. Ну и на базе этой говнины тот самый интернационал скрепаем. Максимально бесполезная чепушня. Ну, может, мне пару бомжестран добровольцев перекинут, когда война начнется. Это максимальный от этого выхлоп. Наглядная демонстрация мема «Бобизоны вместе сила». Завыли холодные ветра войны, а это значит, что Ельцин скоро потеряет самую бесполезную часть своего тела — голову. Алкаш полармии пропил, это просто ни о чем. А вот возродившиеся РККА еще как о чем. Еще некрокоммунисты подъедут, если успеют. И если мы им еще успеем допомахти, а скорее всего успеем, и все совсем будет в кайф. Колумбийские фашисты окружили столицу противника, но дальше не могут пробиться, и так полтора года стоят. Это что, Сараево референс? Эх, вот бы кто-то нормальный мод по югославским войнам запилил. Вот это был бы мощный контентыч. Ну что, ну прямо так сходу, просто что ли? Ну ладно. У них и дивизии ни о чем. Просто ни о чем. Просто ни о чем. У меня даже армия, которая должна была просто границу крыть, спокойно прорывается. Ну ладно, не спокойно, но, как обычно, пипец жирные мотодивизии, а все остальное крайне мягенькое. А дальше клином расходимся. Курган, Тюмень... Омск и все, заканчиваем это. Демократическое непотребство. Эх, всегда бы у меня так в модах на хойку войны шли. Прям так красиво, так текульно. А-а-а, сейчас всю комнату обкончаю от этого идеального блицкрига. Ай, хорошо, ай, хорошо, ай, не чувствуется совсем. Хотя, знаете, нет, чувствуется. Мой не... Чей скилл. Еще и Тулова Ленина нашли. Сюда, найдем куда приткнуть. Мои дивизии добрались до Омска быстрее, чем противничьи. Если что, на момент снятия этого видео этот мем был еще актуален. Ельцину только и остается, что убегать в ужасе от наших танков, роняя калаш в Иркуту. Очень хорошо. Как раз таки пусть там и остается. Там ему самое и место. Историографы запишут этот месяц как месяц разъеба алкаша. Вот так воевала советская армия. Просто как по нотам разыграли. А учитывая, что на востоке не Рюрчик, а Покрышкин... Ах ты сучка, мирно объединяется. Причем с кем? С Матковским, который примерно такой же диктатор. Ну ладно. Вообще не страшно, но обидно. Очень обидно. А хотя если у них армии объединяются, то все-таки страшно. Надо готовиться, и лучше, чем к Ельцину. Маленький шажок за Урал для Снюсика и гигантский шаг для будущего Советского Союза. Походу, реально придется на интернационалистских автобусов рассчитывать. Хуйсусы дружелюбные эти буржуи, все, лишь бы честных коммунистов загнобить. Но ничего, мы побеждали уже и капиталистов, и фашистов, и ревизионистов, и какую только мразь еще. Всего два сволочных угнетателя осталось до полного воцарения коммунизма в России. Вот всегда на ДВ иркутских гномик побеждал, но нет, блин, не в этот раз. Жалко, на армию больше бафов не дают, но она у нас, правда, ради и так хорошая. Естественно, начнем с расширения госаппарата. Блин, ребята, это Суслов. Буквально, если бы бюрократия хуманизировалась, неважно с каким полом, он бы ее трахал и трахал. Вот такие вот у него фетиши. Во имя социалистической гуманности проведем чисточки против оставшихся черных легионеров и сталинистов? Даже не потому, что с самим Сталиным проблемы, а потому что с этими упертыми ребятами хрен договоришься вообще. Ну да, есть такое, то что они никогда не будут удовлетворены данными им полномочиями, а черная лига это вообще пиздец. Зато будем с хрущевцами дружить, но это тьфу, антибаза. Ну а с кем еще? Больше не с кем. И еще одну партийную реформу устроим. Мне кажется, Сусик их проводит чаще, чем ест. Правда, что-то для такого челика ему не сильно административную эффективность повышают. Она у него, конечно, функционирующая, но должна быть отлаженный механизм. Это по тем же циферкам видно. Вот и время подошло КГБ-ку обустроить. Что-то мы раньше без нее обходились, и зря. Для безопасности наших же граждан нужна тотальная всеобъемлющая слежка. Он смотрит, как ты... Дрочишь. Чтобы советская страна могла спокойно трудиться. Вот вылезет из леса черноликовец, или не дай бог, кто-нибудь начнет зарубежные радиостанции слушать банджбан, и все, нет человека, нет проблемы. Но и это, в верности верных партийных товарищей тоже надо убеждаться. Самому Суслику для жизни хватает только в принципе партию обустраивать, а больше ничего и не надо, даже еды. И РЛ он в принципе также таким же был. Вот и пусть и остальная челядь КПССная соответствует стандартам и особо не богатеет, особенно на коррупции. Да и просто богатеет. Революционер должен быть беден, зол и недотрав.
иначе весь революционный запал гаснет. Для эффективности, как уже было, можно завести специалистов юных, иностранных и неиностранных. Но там либерахи! Вот последние, кого я планирую к управлению подпускать, это люди из команды Елькина. Что-то это как-то с партийной дисциплиной не очень вяжется. А знаете, пусть юные таланты едут обустраивать рудники на Воркуте. Там тоже профессиональные кадры нужны, вот и поедут самореализовываться. Ну и напоследок улучшим отношения с интернационалистскими недодотиками. И даже от этого будет совсем чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть пользы. Можно вместе с этим еще и с америкашками посраться, но что-то у меня особого желания нет. Правда, это мужей с неграми пару их дивизий успел перекатлить, но одной больше, одной меньше, не такое уж это и важное дело. А вот торговые контракты, вот это да, вот это действительно серьезно, их терять не хочется. Вот так и исполнилась красненькая мечта, куда-то не дурачка, ну практически. Мы выступили в авангарде мировой революции и поведем ее дальше к светлому будущему мирового коммунизма. Только американцам об этом не говорите. Кстати, можно было, но только не мировую, а на Восточную Европу. Но мне не заказали вторую западнорусскую. Сорян, на самом деле сейчас для челов без своего отдельного контента, то есть для всех, кроме Шукшина, это в принципе то же самое, только фокусы перерисованы. Да и нам что, чего-то не хватает? Да всего хватает, кроме Сибири. Ля, да я в развале Бургундии могу поучаствовать, помогая макам. Перекинем добровольцев прямо из Африки в Руан. А давай, а я полностью согласен. Тем более я еще ни разу не видел, чтобы здесь позитивные партизане побеждали. Ага, так и знал, что малайская национал-освободительная армия — это тайные союзники нацистов. Ууу, добрались. Теперь время крошить арийские длинные черепушки. Даже жирную танковую дивизию на это не пожалел. Ой, слабенькие. Ой, какие слабенькие арийцы-то попались. Ооо. Вам надо было больше тренироваться. О, и наши пацаны подскакнули кабанчиком. Все, начался полный разъеб. На деле покажем, почему некрокоммунизм гораздо лучше немецкого радикального национализма. Да почему так мягенько-то? Или у меня такие ди... Ох, ладно, что-то это аккуратнее тоже надо быть. Да выебаться называется. Чё? Ну это нечестно. Как будто кто-то вообще Бормана просил сюда лезть. Ну ты и мразь. Лысый, сходи пописай. Я потом нахуй. Контент говноед забирает. Вообще мы своих не бросаем. Но раз уж дела обстоят подобным образом... Короче, вы нам, ребята, больше не свои. Удачи и земля пухом, а то вместе с вами и весь интернациональный корпус от немецких танков дезинтегрируется. Негры уже друг друга вдоволь понастреляли, теперь время арабов. И этим мы тоже будем помогать, и в этот раз вместе с Великогерманским рейхом. Да, мы дружим с США, потому что они не сильно против большевиков, но воевали с ними в Африке, причем вместе с японцами, потому что те коммунисты им не нравятся. А анимешки просто поднасирают им так. А теперь вот такой вот дружок появился, причем против японцев и американцев. Вот что бывает, когда в вашем глобальном мировом противостоянии больше, чем две стороны. Все мне друзья, со всеми я бок о бок воевал, за идеалы, да хуй знает какие. Слышите? Уводят сучки. В бой, за партию и еще раз за партию. Ну, таки армия у меня побольше будет. Это да, это есть такое. Но зато у покрышки на резервы вообще существуют. Не страшно, я думаю, потерь больших не будет. Вообще не прям, чтобы просто воюется, не Ельцин, но нормально, идем вперед. Собственно, вот и папа Новосиб. Котелки позакрываем, какие уже есть, и дальше в прорывчик. Еще если бы не эти леса соса, было бы совсем прекрасно. А так даже приходится думать чуть-чуть. Они просто разъебывают. Ой, а где Манпувер? Ой, а как-то я так быстро 73 тысячи своих угонял? Блять, не надо. Придется дивизии прямо во время войны разбирать. Это нехороший знак. У противнича-то еще меньше осталось, но все равно неприятно, пока он держится. Поначалу они даже нормально так покопротивлялись, но теперь все, откопротивлялись малые. Да и где твои жирные автомобильные дивизии теперь? А вот они. Хо-хо-хо, уже не такие жирные, не так ли? Какие же у меня охренительные, сука, танки. Прям все сносят. Ладно уж ты, ну, получай плюсик за конструктор танков, но тут он реально хороший. Они у меня из него такие замечательные выходят, что прям... И при всем при этом даже надежность не убита. Ну все, дурачка осталось только на автопланчике дожать. Не капитулирует еще гадина аж с миллионом потерь. Как обычно, по лесам дозеич пиндерехать лет 30. Все, высерок, иди гуляй вслед за Елькиным. Все твои мегакорпорации пойдут на пользу великому Советскому Союзу и его великой партии. Коммунистов, марксистов, ленинистов, нистов, большевиков. И ее скромно мяги лидеру Михаилу Снуснурику. Вот как-то вот так. Вообще реально имба, да сколько он такой крутой-то, сука. Типа, что бы было, если бы в Советском Союзе бюрократы не были тугодубными бобезянами? В некоторых моментах он даже ягодку опережает. Хотя, по сравнению со своими аналогами, этот супербюрократ может показаться немного скучноват, да. Даже экспериментов над детьми нет, как у Жданова, совсем какая-то скукота. Но, в общем-то, было неплохо. А ну а пока, пока, пока и...
музыка аниме-злодея. Это буквально музыка аниме-злодея.